Анонс и точно дата выхода 460 серии турецкого сериала «Клятва». 460 серия сериала выйдет в эфир 27 июля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как эмир никогда не оставит Гюльпери, и он постарается сделать все, чтобы она была счастлива. Он устал смотреть на то, как она постоянно сидит в комнате и плачет. Тогда эмир взял Гюльпери за руки и привез ее на побережье, в надежде на то, что здесь ей станет намного лучше. Он решился на важный шаг и предложил Гюльпери стать его женой. Он хочет, чтобы они создали с ней собственную семью по своей воле и без какого-либо давления со стороны. Но Гюльпери не спешила давать ответы миру. Бейхан сказала Гюльпери, что если она не сможет вернуть ей двух сыновей, то есть только один способ заслужить прощение. Гюльпери должны будут выйти замуж за Саваша и родить от него детей. Гюльпери никак не готова была к подобному повороту событий. Когда Саваш пришел к эмиру, то между ними снова возник конфликт. Эмир совсем не хочет видеть здесь Саваша и стал прогонять его. Он непозволительно себя ведет и приходит в этом дом без приглашения. Но Саваш пришел не с пустыми руками. Он положил перед эмиром документы и заявил, что этот дом теперь принадлежит ему. Напомним, 460 серия сериала выйдет в эфир 27 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.